Доброе утро. Привет. Что делаем? Я готовлю дедушке записку. Напоминалки? Да, и правила. Правила поведения в нашем доме. Кормят собаку и кошку ночью. Зачем? Они потом не едят днем. Ну что здесь самое офигенное в этом доме? Так это вид. Вид на море. О, Катька. Я ее не пускаю смотреть на море. Здесь место только для меня. Развеяться немножко. Мы приехали с дедушкой. Вот. Тут такой красивый парк. А в этом месте мы были ровно 100 выпусков назад, в нашем первом выпуске. Сейчас у нас 101 выпуск. Мы снова здесь. Отличная погода вообще. И тут прикольно. Я прям купаться захотел. Да. Тут британцы прям ходят, типа let it snow. Я только что слышала. Как раз погода шепчет спеть let it snow. Смотрите, вон люди загорают. Почему бы и нет? Дома с нашей прогулки. Там мы устали. Сейчас будем... дедушку. Да, и дедушку утомили тоже. Сейчас будем отдыхать. Ой, такой сзади классный этот вид. А у нас рождественский ужин. Да, такой скромный, потому что скромный. Да, мы не приготовились. Потому что мы скромные. А дедушка вообще забыл, что сегодня Рождество. И что у нас там из сладостей? Турон и Ferrero Rocher. Все как нужно. Наконец-то я скачал игру. И со мной еще один играет. Человек. Да? Человек. Катька. Что делаешь? Ничего. Развлекаешься? Прячусь. Тебя даже не видно за цветками. О, привет. Рождество. Навидад. Привет. Этот дом настолько одинок, что слышно эхо. Да.
а в соседних домах рубает музончик. Да, там все празднуют. А мы с дедушкой живем. Он спит уже. Да. Ну ничего, в следующей жизни отпразднуем. В следующей жизни. Ладно, в общем, всем пока. Это наш последний влог до следующей жизни. Да ладно. И на самом деле тут не очень чувствуется дух Рождества, потому что нет снега и мало украшений, и у нас дома нету елки. Это самое новогоднее рождественское, что у нас есть в доме. Вот эти игрушки. Да. И календарь, который просто показывает, что сегодня 24 декабря. И мы такие, о, блин, Рождество. В следующем году мы будем в Германии. Я думаю, там будет снег. Нам повезет. Вот. Хорошо, всем до завтра. Мы завтра посмотрим, что там будет в городе. Может, там уже все нарядили. Может, там уже снег выпал. Может, да, там уже самое настоящее здесь, Рождество. Пока мы здесь сидим. Да. Всем пока, всем до завтра. Смотрите нас. Пока.